Ну что ж, всем привет! Как видите, курточка моя так хорошо сидит на мне. И сегодня второй день областной студенческой весны. И тема очень интересная, называется она «Тает лед». И сейчас мы идем просто к людям, к участникам с одним единственным вопросом. Что такое тает лед? И посмотрим, что они на это ответят. С чем у вас ассоциируется фраза «тает лед»? С песней «Грибы». Мы типа грибы, И вот это, короче, вот. Да. Между нами тает лед. С чем? С песней. А с чем у тебя ассоциируется фраза «тает лед»? Вы знаете, в детстве как-то бабушка купила мне новый магнитофон. У меня к вам такой вопрос. Мои глаза здесь, да. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос, с чем ассоциируется фраза «тает лед»? «Тает лед» — очень плохая песня, очень. Я был беспредельно рад этому. С какой-то песней, о которой все говорят, но которая никому на самом деле не нравится. За что мне все это? Таня, да все в порядке. О, вы постояли на сцене. Ты да не сиши. Вы видите, что вы сильно посмотри далеко вокруг. Забились. Посмотри вокруг. Ну вот посмотрите, где занавес. Тут ведь не все так печально. Областно-студенческая весна сближает, делает, можно сказать, вас счастливыми. Помогает найти новое общение, новых друзей, а кому-то найти свои половинки. Не бойтесь показывать себя. Мы, конечно же, не проводили статистику, но если присмотреться, то много сейчас уже женатых пар, которые познакомились именно на студенческой весне. Дорогие друзья, никогда не загоняйте себя в рамки. Тает лед — это весна, это время любви. И это абсолютно подходит к областной студенческой весне. Ну что ж, любите и будьте любимыми.